Привет, что за история с Андреем и аварией с Лексусом? Обещали рассказать на стриме. А, Макс, ну давай, садись поудобнее. Это наша КВНовская молодость. Мы собрались 2012 год. На хате сиди. Нас много, то есть нас человек 10. Все на машинах, все уже такие, типа, тигринные львята. Даня был, Саня был. Нет, Дани не было. Даня потом подъехал? Даню мы вообще вот так вот мимо проезжал. Артема везет, Андрей везет Артема к нам на ЦОП, что Андрей недалеко от меня жил. Ну, мы все сидим, у нас все хорошо, и тут нам звонит Артем, говорит, пацаны, мы тут в небольшое ДТП попали, а у Андрея десятка его. В Lexus врезались немного сзади. И что-то пацаны тут быкуют, что-то про какие-то деньги с нас. Короче, мы едем, гололед, пиздец, и вот внезапно красный свет, и внезапно перед нами Lexus. Андрей тормозит, ему вот так вот, и в самый-самый конец так, тюк, и там вот такой скольчик на бампере, блин, ну так обидно вообще. Выходит три типа. Один нормальный, двое начинают разгоняться. Я говорю, что? Да, все сейчас, короче, так, начнем с того, что типа это, два косаря час наше пребывание, да, сразу денежки готовьте. Я говорю, и зная, что сейчас будет, что в кармане, блядь, два туза, блядь. Вот так вот дело. Сейчас будет 3000 в час, да. В итоге приехали, Саня эпично вот так вот. Боком заехал, развернулся. Саня, короче. Лансер, у Никитоса Крузер 80. Даню мы поймали по пути, Даня ехал, вообще дёнер ел на двенашке, на какой-то торчковое, блядь. Короче, еще что-то было. Они сели в машину, закрылись, сидели вот так. Закрылись, и Даня с дёнером подошел вот так к ним, типа, это прикинь, сколько лет назад было. Даня уже тогда был жестиком, блядь. Он так стоит, капусту ест, и с дёнером стучится к ним, говорит, вы чё, залупанцы там прикрылись. Они там, блядь. Они, Леха, сколько у тебя на сбере денег? Ну все, в общем, благополучно дождались вы тогда копов, да? Вывод, не агрессируйте никогда. Там еще 10 ехал с охоты. А, 10 еще у тебя с охоты ехал? Ну там нормально, на районе вообще подтянуться же. Не нужно агрессировать, когда ты не понимаешь, с кем ты имеешь дело. Можно так, с такой жир ногами вестись, потому что вот мы история такая же. Едем с Краниным, с Сашкой, а у него, ну у жены, Mazda Demio. Едем на этой Mazda демке, значит, и какая-то ситуация на дороге, и чувак там на этом, то ли двенашка у него, то ли 4, ну не помню, и прям, ну жестко прям зарезает, все. А Саня работал в сетях, баканские электрические сети, он еще в костюме, ватные штаны, ватная куртка, то есть, ну прям, он в тот момент... Саня был, просто рос там 2 плюс метра. 2 с лишним, вот так вот просто весь заросший бородой. Все, Саня, может, что ты, да что ты делаешь, да успокойся, ты все, тип там, все, стоп, там все, открывает дверь и начинает идти. Саня такой, ну пойдем, ну ладно, пойдем. Краня открывает дверь и просто вот так раскладывается. Телеметрическая башня. Чувак уже сбавляет ход, уже не так быстро идет. И диалог типа такого, эй, знаешь, что-то как-то ну неаккуратно выглядит. Кранин, я тебе сейчас голову откушу, иди нахуй отсюда. Пацаны, ну просто как-то ПДД же для всех придумали, ну все. И, ну, и, а Кранин, ну реально косяка с паролей в плане, что что-то сделать так. Я понимаю, что я из серии там, ну, скосячу. Ну извини меня, блядь! Все! Все, чувак сел и уехал. Поэтому никогда не агрессируйте на других водителей. Если у вас нет пистолета, правильно? Да, даже если у тебя есть. У меня же есть любимый видос, который про мелкого. Блядь, я его пересматривал уже больше раз, чем широкую на широкую. Полиция, полиция, помогите! Че ты вообще рыба? Дима, зови ментов, блядь! А менты стоят такие, да блин, почему в нашу смену это происходит?